Определился с капремонтом, спи спокойно. Круглый стол на актуальную сегодня тему провели в редакции тележурнала «Теле7». 3 июля истекает срок, когда собственники в многоквартирных домах должны определиться со способом накопления средств для капремонта. На сегодняшний день выбор в пользу спецсчетов сделали 5% жителей. Эта цифра не окончательная, и я полагаю, что ближе к 3 июля количество поступающих уведомлений будет только нарастать. Если сравнивать с другими регионами по Приволжскому федеральному округу, то вот в тех регионах, где вот эти сроки уже истекли, это, например, в Татарстане, это в Самарской области, то мы видим, что порядка 1-1,5% собственников помещений в многоквартирных домах приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на спецсчете. Все остальные формируют в общем котле у регионального оператора. Все, кто не успеет определиться со способом накопления денег и сдать документы, попадут к регоператору, то есть будут собирать средства в общий фонд. Но здесь чиновники готовы идти навстречу. Главное требование, мы все-таки собственникам говорим, что до 3 июля должен быть открыт спецсчет. Мы отнесемся с пониманием к тем собственникам, которые придут к нам 4 или 5, или по почте может опять же чуть попозже дойти, если 3 только отправили. Но 3 июля счет должен быть открыт. Сейчас жилинспекцией уже рассмотрено около 350 уведомлений от собственников. Еще столько же предстоит рассмотреть в ближайшие дни. Управляющим организациям напоминают, что до конца приема документов осталось 2 недели.